Зареченские производители среди лучших. Четыре наших предприятия вошли в число лауреатов областного этапа конкурса «100 лучших товаров России». Товары и услуги Made in Заречный отличаются высоким качеством, потому и ценятся на региональном рынке. Дефицита, по сути, нет. И каждый товар представлен в такой широкой гамме и услуги, что, в общем-то, пробиться на рынок и, самое главное, удержаться, и причем прочно на ногах, исключительно можно как раз только качеством. Лауреатами областного конкурса стали 42 предприятия области. Среди лучших компаний – Зареченский пищекомбинат, научно-производственное предприятие «Сенсор», 230-й лицей и комбинат детского питания. Всегда приятно получать признание того, что делается комбинатом. Я думаю, и для сотрудников это будет приятно. Приятно, что нас оценили. Наш комбинат, кстати, лучший по всем пунктам. В сфере услуг молочную кухню отметили за выполнение социального заказа по обеспечению питанием детей до 2 лет. Дипломов лауреата конкурса также удостоены 2 вида продукции – сметана и ряженка. За свою продукцию я как бы горд, всегда готов ее предложить, сам кушаю. И все у нас выросли, грубо говоря, на молочной кухне, многие. Это, конечно, приятно. Кисломолочные продукты от зареченского производителя давно пользуются повышенным спросом во всей области, а теперь еще получили и официальное признание, пока только в регионе. В ноябре этого года будут подведены итоги общероссийского этапа конкурса, и вполне вероятно, что продукция зареченского комбината детского питания войдет в топ-100 лучших товаров России. Светлана Демина, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный».